Натираю лук на крупной терке. Добавляю к фаршу. Вбиваю яйцо, солю, перчу, добавляю манку. Все тщательно вымешиваю. Противень застелила пергаментом и смазываю растительным маслом. Дальше выкладываю и разравниваю фарш. Заранее сварила и очистила яйца и выкладываю теперь посередине. Придаю форму рулету. В разогретую духовку до 180 градусов ставлю выпекать. Выпекала 40 минут. Вот такой красавчик получается.